трудности Маргариты. Написала ее Елизавета Ведерелл в 1907 году. Можно узнать даже отрока по занятиям его, чисто ли и правильно ли будет поведение его. Притчи 20.11 Глава 37. Несчастный случай. Поздняя осень. Миссис Рандолф стала поговаривать о том, чтобы на зиму переехать в город. Мистер Рандолф не раз намекал, чтобы остаться на месте, но его жена сказала, что ради Маргариты они должны покинуть Мельбурн и попробовать, как на нее повлияет новая обстановка: уроки и школа танцев. Боюсь, что это не улучшит цвет ее лица, возразил мистер Рандолф, однако он не был против и миссис Рандолф отдала распоряжение на переезд. Прошло всего дня два после представления картин, когда произошло то, что нарушило все ее планы. Было ясное октябрьское утро, когда мистер Рандолф выехал с женой на прогулку. В его лошадь попал камень, и она стала неуправляемой. Это был случайный камень, брошенный небрежной рукой. Лошадь была норовистой и, почувствовав удар, очень возмутилась. Она помчалась, неся на себе всадника. Проносясь под деревом, мистер Рандолф не успел уклониться от низкорастущей ветки. Ударился о нее лбом и слетел с лошади. Удар был сильным, мистер Рандолф потерял сознание, и когда его принесли в Мельбурн, он все еще не приходил в себя. Миссис Рандолф была почти в невменяемом состоянии. Маргариты в доме не было – миссис Гарри тоже уехала. И пока не прибыл доктор, миссис Рандолф была в состоянии отупения. Доктор приехал. И хотя его красивое лицо не стало мрачным, и голубые глаза, как обычно, были непроницаемы, он с тревогой смотрел на пациента и не был удовлетворен. Доктор Сенфорд ничего не сказал. У миссис Рандолф было достаточно самообладания, чтобы не задавать ему вопросов пока он проводил осмотр и отдавал распоряжение. Средства, которые он применил, были весьма сильными и привели больного в сознание. Доктор поманил миссис Рандолф из комнаты и приказал обеспечить пациенту абсолютный покой и тишину. Никакого беспокойства и волнения не должно быть даже рядом с ним. Как это будет долго, доктор! «Извините, миссис Рандолф, сколько времени пройдет, прежде чем ему станет лучше?» «Этого я не могу сказать. Любое волнение или беспокойство намного продлит болезнь. Пусть он никого не видит и не слышит, кроме вас и слуги, к которому он привык». «Ох, доктор, не могли бы вы побыть здесь, пока ему станет лучше?» «Я очень скоро вернусь, миссис Рандолф в настоящий момент ничем нельзя помочь, и в моем присутствии нет необходимости. Но вы вернетесь, как только сможете. Конечно. И еще доктор Сенфорд, не могли бы вы забрать Маргариту? А где она? Я не знаю, но думаю, ее нет. Пожалуйста, увезите ее. Доктор задумчиво спускался вниз. Вначале он хотел выйти через парадную дверь, но повернулся и направился в библиотеку. Там никого не оказалось, но оттуда он услышал голоса и вышел на веранду. Пони, запряженная в коляску, стояла у ступенек, а девочка только что прибыла. Престон тоже был там. Его-то тревожный голос и услышал доктор. «Пойдем, Маргарита, у реки просто замечательно, я хочу тебе что-то показать». «Я немного устала, Престон, я пойду с тобой в другой раз», — ответила Маргарита. Маргарита, ну я хочу сейчас, пошли, пошли, я хочу, чтобы ты прямо сейчас пошла, в эту минуту. Но мне не хочется идти, Престон, я не могу пойти, пока не пообедаю. Престон умоляюще посмотрел на доктора, навстречу которому Маргарита поднималась по ступенькам. Можно сказать, что доктор с удовольствием бы избежал настоящей задачи. «Где ты была, Маргарита?» – спросил он. При виде его лицо девочки озарила обычная улыбка. «Я была в крем Олбол, доктор!» «Предположим, ты поедешь немного дальше и пообедаешь с миссис Сенфорд и со мной. На дорогу не уйдет много времени». «Мама согласна на это, доктор?» «Да». «Тогда я буду готова через минутку». «Куда ты направляешься?» – спросил ее друг, останавливая ее. «Только на минутку, наверх. Я буду готова через две минуты, доктор Сенфорд». «Подожди», — сказал доктор, все еще задерживая ее. «Я бы хотел, чтобы ты не ходила наверх. Твой отец не вполне хорошо себя чувствует, и ему необходимо, чтобы было тихо». На яркое личико Маргариты тут же набежала тень. «Папе нехорошо. В чем дело?» «Он не чувствует себя нормально, и я бы хотел, чтобы был абсолютный покой». «Что с ним случилось, доктор?» Слова Маргариты были тихими, но доктор видел на ее лице отражение боли и подозрительности. Так нельзя было продолжать. «Произошел небольшой несчастный случай, Маргарита. Ничего страшного, о чем бы тебе нужно было переживать. Но я хочу, чтобы он немного побыл в тишине». Маргарита ничего не сказала, но ее молчаливое лицо говорило так красноречиво, что доктор счел с целесообразным скорее объяснить. «Сегодня утром он ехал на лошади, а она понесла его под дерево с низкой кроной, где он сильно ударился головой об ветку. Вот и вся история. «Его сбила?» – спросила Маргарита, затаив дыхание. «Думаю, что да. Любой наездник будет выбит из седла от такого удара». Маргарита снова молчала, и доктор снова вынужден был ответить на агонию в ее глазах. «Я не думаю, что у него сильные боли, если они вообще есть, Маргарита», но я хочу, чтобы некоторое время он был в покое. Я надеюсь, что для него это будет полезным. И не полезным, если ты его побеспокоишь. Твоя мать там, и этого достаточно». Маргарита несколько минут постояла, затем, стараясь высвободиться из рук доктора, она сказала, «Я не пойду его в комнату и не буду шуметь». «Остановись, Маргарита, ты не должна ходить наверх, по крайней мере, не сегодня», она остановилась, побледнела и задрожала. Как только я буду видеть, что ему будет полезно увидеть тебя, я позволю тебе войти в его комнату. А теперь послать ли джун, чтобы она принесла тебе все необходимое? Я думаю, доктор, ответила Маргарита, стараясь сохранять спокойствие. Я никуда не поеду из дома. Слова ее были невразимо нежными и грустными. Доктор был неумолим. Этого хочет твоя мать. Мама? Да, она хочет, чтобы я забрал тебя. Пойдем, Маргарита. Это тяжело, но не так плохо, как если ты будешь бродить здесь по дому. Там будет легче. Маргарита в отчаянии опустила голову доктору на плечо и так простояла неподвижно дольше, чем он мог бы позволить. Однако он тоже стоял неподвижно и ждал. Затем она сказала, ⁇ Я поеду ⁇ Тебе что-то необходимо взять? Мне ничего не нужно, только лишь сменить перчатки. Но это не важно. Обрадованный тем, что достиг своего, доктор уехал со своей педопечной. Он быстро вез девочку к себе домой, а там оставил ее на попечение миссис Сенфорд. Сам он голопом помчался к другому пациенту, прежде чем вернуться в Мельбурн. После этого день показался Маргарите очень долгим. Таким же был он и для миссис Сенфорд. Норы с ней больше не было и никого не было, чтобы отвлечь или занять печального ребенка. Она двигалась совершенно бесшумно или неподвижно сидела с недетской задумчивостью. Миссис Сенфорд не знала, что делать, но здесь ничего нельзя было сделать. Ее невозможно было развеселить, ей даже не хотелось, чтобы Нора была там. Она могла только терпеливо ждать, ждать и ждать с шемящим напряженным сердцем. Проходили часы, а доктор Сентфорд не приходил, и она ничего не знала. Была ли она терпеливой? Маргарите казалось, что сердце ее разорвется от нетерпения или от страстного желания знать, что происходит дома. Проходили часы, а облегчение не наступало. Доктор Сентфорд не возвращался, и девочка приняла это как нехороший знак. Было трудно сидеть за ужином и принимать внимание от миссис и мистера Сенфорд, тогда как сердце ее разрывалось. Было невыносимо быть тихой и спокойной, вежливо отвечать и не создавать проблем, когда они старались ее развлечь. Было тяжело, но она старалась. Есть было тоже невозможно. Она просто не могла. Все было неинтересно. Не следует опускать руки, сказал мистер Сенфорд. Он был из тех, кто, казалось, никогда этого не делал. Черные бакенбарды и круглое лицо иногда принимали такой вид. «Не нужно опускать руки. Нет необходимости. Все падают с лошади один или два раза в жизни. Я падал семь раз. Неприятно, но девять из десяти раз не причиняют никакого вреда». «Прекрати, мистер Сенфорд», — сказала жена. «Маргарита не смотрит на это так, как ты» никогда не падала сама, да? Да, я один персик, моя дорогая, и это сегодня понравится больше, чем мясо. Поешь моего краснощелка у персика, Маргарита, и скажи, есть ли у вас такие же вкусные мельбурни? Я не думаю. Маргарита принялась чистить персик. Это все, что она могла делать. Чистила она очень тщательно и медленно. Никогда не было персика, который бы чистили так долго – потому что он едва ли был очищен, когда они встали из-за стола. Она даже пыталась его попробовать, но вкус его она так и не поняла. Миссис Сенфорд понимала лучше, чем муж, и оставила ее в покое. Маргарита ни о чем не могла думать, как только ожидать доктора. Чтобы сделать это с наибольшим эффектом и с наибольшей вероятностью, она расположилась на лестнице веранды, присев на самую верхнюю ступеньку. Вечер был приятным, теплым и тихим. Миссис Энфорд, сидевшая в гостиной с открытыми окнами, была всего в нескольких футах от Маргариты и могла наблюдать за ней. Она часто поглядывала на девочку печальными глазами. Состояние Маргариты свидетельствовало о ее сосредоточенности. Нервы ребенка были взвинчены до такой степени, что она ничего не видела и не слышала. Она сидела, наклонившись в сторону дороги, по которой должен был приехать доктор. Ее маленькая фигурка не шевелилась. Голову она подпирала рукой, что говорило об усталости или слабости. Октябрьские лучи солнца были на ней и вокруг нее. Миссис Сенфорд смотрела на нее, пока свет не потерял свою яркость и не стал тусклым и слабым. А затем стали сгущаться сумерки. Маргарита не двигалась. А миссис Сенфорд не сводила с нее глаз, пока шаги по комнате не привлекли ее внимание. Ах, вот ты где, произнесла Леди. Доктор приехал с другой стороны. Какие новости? У меня нет новостей. Ну как мистер Рандольф? Леди говорила почти шепотом. Разум нормальный. Нормальный, повторила миссис Сенфорд с испуганным взглядом. Затем, поманив доктора к себе, она указала на тревожно ожидающую фигурку на ступеньках. Не было необходимости доктору звать ее по имени. Маргарита прекрасно слышала и понимала слова, которые были произнесены. Она медленно поднялась и пошла к доктору, который вышел, чтобы встретить ее. Маргарита, ты меня ожидала? спросил он. Но что-то в маленьком личике, обращенном на него, предупредило, что пустых слов говорить нельзя. Он сел и взял ее за руку. «Твой папа выглядит лучше, чем утром, но после падения чувствует себя плохо». Маргарита смотрела на него и молчала. «Они пришлют со мной?» – наконец спросила она. «Не сегодня. Миссис Рандолф считает, что ты должна остаться здесь. Можешь ли ты с этим смириться?» Маргарита не ответила – Губы ее чуть скривились, но не опровергли кроткого терпения, выражавшегося на ее всем лице. Рука ее все еще была в руке доктора. Он сжал ее чуть крепче и с любовью прижал девочку к себе. Разговаривая с миссис Сенфорд на другие темы, он не отпускал ее и больше ничего не говорил о Мельбурне. Когда принесли чай, он все еще не отпускал ее. Но чай для Маргариты был не более привлекательным, чем обед. Когда миссис Сенфорд предложила проводить ее в спальню, если она хочет, Маргарита пошла сразу. Миссис Сенфорд хотела исполнить роль Джун и сделала бы все для своей маленькой гости, если бы она разрешила. Маргарита от всего отказалась. Она сказала, что для себя она все может делать сама и помощь ей не нужна. Джун собрала ей целую сумку вещей, которые передала с доктором. Маргарита расстроилась, видя их, все выглядело так, что задержится она здесь надолго. Завтра мы пошлем за Джун, Маргарита, если твоя мама оставит тебя со мной. Ох, я надеюсь, завтра поехать домой, ответила Маргарита. Я надеюсь, смиренно повторила она. Да, я тоже надеюсь, повторила миссис Сенфорд. Она поцеловала девочку и ушла. Все, что Маргарита желала, это остаться одной. Октябрьская ночь была теплой, она подошла к окну. Одно из окон обращено было на двор, где росли деревья и трава, освещенные тусклым светом луны. Маргарита склонилась возле него на колени. Небо и звезды больше напоминали дом, чем что-то другое. Она чувствовала себя такой странно несчастной. Ее маленькое сердечко никогда не переживало раньше ничего подобного. Она прекрасно понимала, что все это значит. Мать отправила ее подальше, потому что отец не в состоянии был переносить никакого беспокойства. Говорили вокруг нее легко, выглядели беззаботно, насколько это было возможно – но девочка понимала, что скрывалось за этими лицами и голосами. Ее отец был тяжело ранен. Маргарита в этом не сомневалась. Он был слишком болен, чтобы видеть ее, или слишком болен, чтобы мать позволила ей видеть его. Маргарита опустилась на колени. Она помнила, что у нее есть Небесный Отец, но сначала ей показалось, что она слишком разбита, чтобы молиться. И все же там, в тихом лунном свете, она понимала, что его глаза могли видеть ее, и она знала, что он не забыл свое маленькое дитя. «Я не знаю, что с ней делать», – вздохнула миссис Сенфорд, спустившись вниз. В зале ярко светили лампы, и два джентльмена сидели за столом, занятые газетами и книгами. Оба подняли головы на ее расстроенный голос. «Ребенок!» – продолжала миссис Сенфорд. «Она еще не в постели. Леди только что пришла из комнаты Маргариты и остановилась у стола. «А что она делает?» – спросил муж. «Я не знаю. Она стоит на коленях у открытого окна. Она была там час назад и все еще там, и даже не шевелится». «Может быть, она уснула?» – предположил мистер Сентфорд. «Я бы посоветовал разбудить ее». «Она слишком бодрая», стоит, подняв свою личку к небу таким образом, что мое сердце просто не выдерживает, и в таком положении оно уже больше часа. «Приготовь ужин и позови ее», — снова предложил хозяин дома. «Скоро уже время ужина, уже десятый час». «Грант, что там случилось с мистером Ранфолд? Что-то серьезное?» «Миссис Рандолф так считает». «Ты говорил с Маргаритой?» «Нет, и я не могу», Разве только у меня будет хорошая новость? А где она? Спросил доктор, поднимаясь. В комнате, рядом с твоей. Миссис Сенфорд села, а доктор пошел наверх. Он тихо вошел и остановился у окна позади Маргариты. Она больше не смотрела в окно. В ее маленькая головка склонилась на руки, лежащие на подоконнике. Что здесь происходит? Послышался тихий голос позади нее. «Ой, доктор Сенфорд!» – воскликнула девочка, быстро вскакивая. Она повернулась и посмотрела на своего друга с печальным и пытливым выражением. Оно было терпеливым, но таким напряженным от сдержанности и страха, что доктор почувствовал, что то, с чем ему предстоит иметь дело, очень серьезно. Он не решался говорить легким тоном перед этим маленьким личиком, чувствуя, что это не пройдет. Я пришел повидаться с тобой, начал он. У меня нет ничего нового, что сказать тебе, Маргарита. Чем ты занимаешься? Доктор, проговорила девочка, не сможете ли вы мне хотя бы немного сказать? Просьба была умоляющей. По той или иной причине доктор не отвечал на нее ни молчанием, ни лестными словами, как это свойственно врачам. Возможно, это не было его привычкой. Он сел так, чтобы Маргарита могла видеть его лицо, освещенное луной. «Маргарита», — сказал он, — «твой отец получил сотрясение от удара, и его нужно держать в полной тишине некоторое время, пока он не придет в себя. Люди после такого падения обычно в этом нуждаются, но я не знаю, какие еще могут быть последствия». «Он получил сотрясение», — повторила Маргарита. «Да, Девочка больше ничего не говорила, но ее глаза с нетерпением ждали более полной информации. Они не отражали удовлетворения или покоя. «Можешь ли ты набраться терпения и надеяться, что завтра будут другие новости?» «Могу ли я?» – повторила Маргарита. «Да, можешь ли ты, конечно. Это по желанию твоей матери, а не по-своему я привез тебя сюда. В этом не было необходимости. Хотя, если бы ты смогла быть довольной, так было бы лучше. Она чуть расслабилась, хотя совсем чуть-чуть. А теперь, чем ты занимаешься? Мне что, предстоит иметь дело с двумя пациентами в вашей семье? Нет, сэр. Что ты делаешь так поздно? Считаешь звезды? Нет, сэр. Я твой врач. Ты знаешь и должна рассказывать мне все. Чем ты была занята, Маргарита? Доктор Сенфорд, произнесла девочка, не зная, как это выразить. Я искала утешения!» С этими словами Маргарита почему-то потеряла самообладание. Ее голова склонилась на плечо доктора, и когда она подняла ее, на ресничках были две слезинки, которые нужно было смахнуть. Она не плакала, но доктор чувствовал, как дрожало ее тельце. «Нашла ли ты утешение, Маргарита?» – ласково спросил он. «Я спрашиваю тебя как врач, потому что если ты прибегаешь к чему-то экстремальному, я должен это запретить. Что ты делала, чтобы найти утешение? Я не хотела спать, сэр. Маргарита, я понесу тебя вниз, чтобы ты поела. Ох, я не хочу кушать, доктор. Ты готова, чтобы идти вниз? Нет, сэр, минуточку. Я только причесать хочу волосы. Тогда причесывай. Причесавшись, она подошла к своему другу и смиренно повторила, я не хочу ничего, доктор. Должен ли я отнести тебя вниз? О, нет, сэр. Тогда пойдем в любом случае. Еще, Маргарита, когда мы спустимся и ты снова пойдешь наверх, ты должна выполнить все мои указания. Стол был накрыт к ужину. Миссис Сенфорд обрадовалась, увидев, что Маргарита пришла. Но, возможно, все было бы бесполезно, если бы действовала только ее доброта. Доктор прописал персики и хлеб, затем подал ей виноград и кусочек курятины, он был очень внимательным и настойчивым, и Маргарита не решалась не слушаться его. Девочка поужинала, все было вкусным, когда он настоял, чтобы она ела. Затем ее отпустили со строгим наказом сейчас же ложиться спать. Маргарита сделала все так, как ей сказали. Конец главы.